Всем привет, с вами Оля, и сегодня мы отправляемся в путешествие по Цюрихскому озеру. Мы с вами на корабле, на который называется «Пантарей». Это самый большой корабль всего флота Цюрихского озера. Он также самый новый, считается самый красивый и самый быстрый. Перед нами сейчас карта Цюрихского озера и также карта нашего маршрута. Сели мы на наш кораблик в Цюрихе на Бюрклиплац и вот такими зигзагами будем проплывать от одной деревушки к другому городку на берегах Цюрихского озера. Приедем мы сегодня на полуостров Ау. Большой круг по Цюрихскому озеру на корабле длится 4 часа. За это время можно успеть проплыть от Цюриха станции Бюрклиплац до городка Рапперсвиль на другой стороне Цюрихского озера и обратно. Довольно любопытно, что вот эти корабли не созданы для туристов, хотя, конечно же, здесь большое количество туристов тоже. Но это считается городским транспортом, общественным транспортом. Поэтому билеты на общественный транспорт действуют и на этих кораблях. И поэтому, если вы, как турист, например, купили себе Swiss Travel Pass, то вы тоже можете поплавать на этом корабле, потому что он включен в стоимость вашего билета. Я знаю некоторых людей, которые живут, например, в городе Тальвиль и каждое утро плавают в Цюрих на работу именно на вот этом корабле. Сегодня очень солнечный, теплый и яркий зимний день. В такую погоду даже не верится, что Цюрихское озеро когда-либо может замерзать. Но такое действительно было. Последний раз Цюрихское озеро, по крайней мере, в районе города Цюриха, полностью замерзало в 1960-х годах. Очень красивые есть фотографии, где люди катаются на коньках прямо в плоскости Цюрихского озера. С тех пор, с 1960-х годов, в Швейцарии все-таки можно еще покататься по озеру на коньках по льду, но не в Цюрихе, а где-нибудь в горах. Например, в городке Сан-Мориц каждую зиму можно прямо по озеру покататься на коньках. Впервые полуостров Ау был заселен людьми в XIV веке. Это были рыцари ордена Святого Иоанна из Веденсвиля. Вскоре, ну не так уж вскоре, через несколько столетий, всю недвижимость на этом острове, а также саму территорию полуострова выкупил швейцарский государственный деятель, а также генерал Швейцарии Ганс Вертмюллер. После смерти все его имущество отошло кантону Цюриху, и с тех пор полуостров принадлежит кантону Цюриху. Любопытно, что на сегодняшний день на территории полуострова Ау официально проживает около 600 человек. Здесь также есть музей виноделия, есть замок Ау и есть пешая тропа, которая обходит вокруг всего полуострова Ау. Вот мы приплыли на полуостров Ау, выходим из корабля и идем исследовать полуостров Ау. Здесь на полуострове есть две основные тропинки для прогулок. Одна проходит прямо по кромке воды, по кромке озера, а вторая немножко поверху. Вот мы сейчас идем по той, которая поверху. Я, честно говоря, поражаюсь, насколько сейчас же зеленая трава и солнечный день, тепло совсем. Кажется, как будто бы весна уже наступила. Вот и виноградные плантации полуострова Ау. На заднем фоне городки на Цюрихском озере, его серебряном побережье. И вот вдали уже даже виднеются Альпы Гларуса. Вот мы подошли и к знаменитому замку полуострова Ау. Еще до 1989 года он принадлежал Эриху Шультесу Рейхбергу. А вот когда он умер, его наследники не знали, что с замком делать, потому что он был совершенно неприбыльный и только забирал ресурсы. Поэтому наследники этого самого Эрика договорились с кантоном Цюрих, что они продают кантону Цюриху замок, и кантон Цюрих здесь делает
фактически филиал педагогической школы, педагогического института города Цюриха. С тех пор здесь регулярно проходят семинары, а с 2009 года здесь сделали современный конгресс-центр. Все-таки на Цюрихском озере очень приятный и мягкий климат, потому что вот сейчас январь, и есть еще цветы роз на клумбах. Фантастика какая-то. Тишина и спокойствие на полуострове Ау. Красота. И мне до сих пор не верится, что сейчас зима. Просто невероятно. К сожалению, замок закрыт, поэтому сегодня мы сюда опять не сможем зайти. А где находится музей вина, я так и не поняла. Нужно поискать на карте. Обратно домой с полуострова Ау не обязательно плыть на корабле. Можно несколько быстрее доехать также на электричке. Здесь вот совсем недалеко. Вот он, кстати, виден. Вдали полуостров Ау. Находится станция электрички, которая так и называется Ау в кантоне Цюрих. Спасибо большое, что путешествовали сегодня с нами. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите и дальше путешествовать по Швейцарии, подписывайтесь на этот канал. А если вы подписаны, то нажимайте на колокольчик для того, чтобы YouTube оповещал вас о новых видео на этом канале. Спасибо и до новых встреч. Пока!